18 противотанковых гранатометов сдал в полицию житель Запорожья. Как сообщили в областном главке, мужчина нашел оружие в лесополосе на окраине города. Набрел на тайник с арсеналом случайно, перевез его в свой гараж и сообщил о находке в полицию. Правоохранители изъяли гранатометы разных модификаций. Откуда это оружие, кто хозяин и для чего его могли использовать, устанавливают следователи.